Че, не он? Не он. Он. Ты че, Владимир Иванович? Мороженое возьмем. Иди, бери, иди, иди, бери, Ольга. Заходи. Ты заходи. Ты тоже, что ли, мороженое? Ну, спасибо. Держи. Спасибо, пошел, не? Куда пошел? Покупай. А мороженое маме? Куплю потом. Сейчас надо брать. Не, сейчас потом нет. Давай я куплю, а то ты сейчас и не возьмешь ничего. Заходи. Оставляй, ладно, это все. Оставляй сейчас мороженое. Что это Тай, возьмем. Оля! Подойди сюда, пожалуйста. Мороженое дай, пожалуйста. Сейчас она обслужит человека. А, все. Все. Большую возьмешь? Маленькую возьму. А большую? Большую ты себе сам купишь, я тебе дал денег. Ну все. Ну? Маленькую все. Маленькую маме. Маме. Да, а ты отнесешь, передашь? Передам. Не забудешь? Нет. Здрасте. Нет. Все, все, сейчас возьмем. Нет. Сейчас возьмем. Тише, ну не трогай. Нет, руками, ну... серьезно, не надо. Что ты весь так мокрый жарко, серый. Маленькую, такую же. Да. Одну. И Владимир Иванович тоже. Одну. Серёнь, это маме отнеси. Я пошел, давай. Сейчас покурим, да пойдешь. Да не, я пойду. Все, давай. Спасибо. Сейчас я, Оля, плачу. Спасибо, моя хорошая. Я тебе не забуду. На здоровье, Серёнь. Маме привет передавай. А на концерт я не пойду. Ну, смотри сам. Мороженое только донеси, тетя Тая. Донесу, донесу. Привет передавай ей. Сейчас прям. Прям сейчас? Давай, Сергей, тебя от всех подписчиков. Всего доброго. Привет тебе от всех. Не болей, не здоровей. Спасибо, Серёнь. Молодец. Спасибо. И всем подписчикам привет от меня. Взаимно, Серёнь. Спасибо. Передай. Передам. Мороженое, смотри, маме донеси. Выпускной у нас сегодня в парке, сейчас фотосессия, потом концерт, ну и там дальше все по распорядку. Че, Владимир Иванович, я, наверное, потихонечку в сторону дома потянул. Зачем? Ну надо мне. А ты чем будешь заниматься? 100 рублей да. Мелочи еще, да? Да ничего, никак. Уже намного лучше. Когда денег тебе даю, сразу себя чувствую намного лучше, Владимир Иванович. Душа спокойна. Не пойдешь в сторону дома? Нет. Давай, я потихонечку погнал. Едем дальше, друзья мои. Всем добра.